У меня в друзьях есть такой Дмитрий Кэп, человек, который помогает замечательно генерировать различные идеи, ну, которые мы, конечно же, воруем в дальнейшем у медведя. И вот Дмитрий предложил для безгирбоксовой установки сделать следующую штуку. Эта штука ставится на гирбокс, на, вернее, ВВД-систему для гирбокса второй серии и представляет из себя следующее. То есть мы убираем вот эту вот деталь, всем известную серьгу, и ставим другую детальку. И мы имеем всего один шланг, который идет вниз. Вот. И не имеем ничего выступающего за габариты. То есть нет у нас теперь коннектора, который вот торчал отсюда и мог повредить плату там и так далее. То есть этого ничего нет. Как это все устроено? Давайте посмотрим. Так, скручиваем. Собственно, вот. Вместо вот этой детали делается вот такое кольцо под два штуцера. Отверстие в аккурат напротив вот этой проточки. И все это замечательно работает. То есть все, что требуется заменить по отношению к системе вторым гирбокс, со вторым гирбоксом, это вот эту деталь, вот на эту деталь, чуть длиннее пластиковый шланг, ну и, собственно, два коннектора угловых. Все, вуаля.